Кинорежиссер Мариус Вайсберг прославился благодаря непростому жанру комедии. 17 августа на экраны вышел фильм «Бабушка легкого поведения». Главные роли получили Александр Ревва, который был одним из продюсеров картины, и певица Глюкоза. Также в съемках картины принимала участие и избранница Вайсберга Наталья Бардо. Мужчина рассказал старшему о взаимоотношениях в семье, а также раскрыл секрет, кого можно считать главным в их доме.